Ну вот мы и встретились, Джотаро. Ну, чё ты такой злой, а? Убить меня хочешь, да? Ты любишь аниме? А, Джотаро? Анимешник грёбаный. Дио! А ты злее, чем я думал. Ах да, это же потому, что я убил твоего деда. Он плохо отзывался о аниме. Запомни, говоришь плохое аниме, получаешь между ног. Ясно, а? Джотаро. Яры-яры, Дио, но отличие от тебя. Что ты там сказала? А то я не расслышал, Джотаро. Мона! Запомни, я быстрее тебя, а ты медленный. Потому что отличие от тебя, у меня есть Лоля. Все равно твое аниме это полная фигня. Запомни. Это полная фигня со с моей стороны. Ха, какие громкие слова, Джотаро. Ты даже Наруто не смотрел. Но аниме задолбись. Ты просто не шаришь в этом. Да ты выглядишь как 30-летний мужик. Посмотри на себя. Ты, блин, накачанный. А смотришь какую-то фигню. Ты думаешь, это просто смотреть целыми вечерами за одно и то же? Мне ничего не помешает просто набить тебе лицо. Ну что, закончим это все, а? Бух!